А Россия и Китай стремятся к сотрудничеству и конкуренции. Как вы считаете? Рваны. Действительно, с самого начала пандемии наши страны являли собой образец открытости, сотрудничества, взаимопомощи. И это сотрудничество продолжается, в том числе в сфере производства и распространения вакцин. Мы сегодня об этом. За то, чтобы в этих вопросах все руководствовались исключительно соображениями гуманности, интересами спасения жизней, а не геополитическими соображениями и не коммерческими подходами к, так сказать, преодолению конкуренции. Это абсолютно необходимо помнить всем, в том числе и нашим партнерам на Западе, которые пытаются выставить Россию и Китай в качестве неких авантюристов на Ниве вакцинной дипломатии.